Хамзат, урусфу и хысхо. Я представляю общественную ветеранскую организацию АРО. Есть у нас и председатель, есть у нас и высший совет. Я от истоков, от создания этой общественной ветеранской организации. Все объемно было сказано здесь всеми теми, кто вот передо мной говорил. Но я по просьбе большой армии ветеранов, тех, кто прошел отечественного народа Абхазии, таких немало, которые просто просят, что надо сделать для того, чтобы довести до нашего народа, многонационального, многоконфессионального народа, чтобы все-таки власть развернулась и повернулась к своему народу. Вот. Много здесь вот основные, здесь сказанные, вот, и хотелось бы просто добавить еще одно, вот, о чем мы говорили до. Вот, не колокольчик, извиняюсь, уже колокол звенит, вопрос о демографии. Сегодня в современной истории Абхазии, в нашей современной истории Абхазии, в марте месяце у нас смертность превысила рождаемость. Что делается для этого? И впервые, я не беру советское время, я говорю, вот впервые. Это очень серьезно. Вот. Вместо того, чтобы вот решать вот эти основные проблемы и так далее, я не знаю, чем мы занимаемся. Спасибо.